Роля совсем не особенная, потому что с ними всегда весело проводить время. С ними так тепло обниматься, поэтому всегда хочется обнимать их. Они всегда защищают своих детей. Даже самый большой папа может играть с тобой, как ребенок. Они всегда готовы ради вас учиться новому. Или же научат вас чему-то новому. Только отцы дают вам чувство того, что вы особенные. Даже если ему некогда, он всегда найдет для вас время. Они всегда знают, что вам нужно. У них богатая фантазия. Они всегда рядом, в любой ситуации. Поэтому мы никогда не хотим с ними расставаться.